«Победа человечности». Выставка с таким названием впервые увидела свет в Щелковской художественной галерее в год 70-летия Великой Победы. Это фотографии, которые тайно делал в немецком плену в лагере под названием «Шталаг-6А» советский военнопленный Дмитрий Алехин, которому посчастливилось работать в лагерной фотолаборатории. Потом проявился интерес музея Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе, и выставка прошла в его стенах. Какая связь с нашим районом? Да самая непосредственная. Дело в том, что «Шталаг-6А» находился в годы войны в городе Хемере, который с 1992 года является побратимом Щелковского района. Целый год наша и немецкая стороны вели работу, чтобы представить фотовыставку там. И это получилось. На открытие специально приехала щелковская делегация. Сегодня событие особенное. Наши народы очень щепетильно относятся к истории. Без истории нет будущего. И поэтому мы решили, что эта выставка вместе с моими коллегами должна быть обязательно представлена в городе Химки. Мы понимаем, что те страшные ужасы, которые происходили во время Второй мировой войны, не должны повториться никогда. Именно поэтому мы должны об этом говорить и помнить всегда. И хочу поблагодарить бургомистра города Хемера всех участников сегодняшнего события за предоставленную возможность быть здесь и сопереживать вместе с вами. И, конечно же, мы радуемся, что мы имеем возможность открыть выставку у нас в Хемере, и что гости из Щелково приехали на открытие этой выставки. Очень долго после войны молчали об этом, как-то история умалчивала. И сейчас, благодаря открытию музея этой выставки, школьники, очень много школьников посещают, и теперь они в курсе, сколько выстрадал русский народ, сколько русские люди. В городе-побратиме не открещиваются от черных страниц в своей истории. Здесь создан музей «Шталага-6А», в помещении которого и открылась выставка. «Шталаг-6А» наши историки называют лагерем смерти. С 1939 года здесь содержали неблагонадежных французов и бельгийцев, а с осени 1942 года начали присылать советских военнопленных для работы на угольных шахтах Рурской области. Их использовали на самых тяжелых участках. От непосильного труда ежедневно умирали до сотни человек. Шталаг-6А – один из самых главных и больших лагеров Германии. Особенно важно для тех, которые работали в шахтах в Русской области. Очень такая труд тяжелый. Многие из них умерли, были похоронены на местах труда. Стоит напомнить судьбу фотографий, представленных на выставке. После освобождения из лагеря Дмитрий Алехин вывез их домой в Кабардино-Балкарию, но никому не показывал, боялся преследования советских властей. Только перед смертью в 1974 году передал их соседу-подростку Юрику Рогло. Сегодня Юрию Афанасьевичу самому уже за 60. Однажды он узнал, что у Хемера есть город-побратим Щелково, и так фотографии оказались у нас. Теперь они добрались до германских зрителей, а Юрий Курогло – до города, куда всю жизнь мечтал вернуться, но так и не вернулся, Дмитрий Алехин. И он, когда передавал фотоальбом, говорит, все равно придет такое время, что ты попадешь сюда. И следя за тобой оттуда, я все равно увижу, что фотоальбом попал то место, о котором он думал, чтобы вся эта эпопея по альбому пришла в то место, откуда она вышла. Пускай дядя Митя слышит меня, что и здесь. Юрий Курогло долго бродил по площади в сохранившейся застройке, которой без труда угадываются бывшие казармы. В дар-музею в Хемере он передал альбом, в котором хранились оригинальные фотографии. То, что альбом сохранился, это был счастливый случай, поэтому большое значение имеют эти фотографии, которые мы получили от пострадавшей стороны, то есть от военнопленного, который представлял нацию, представленную в этом военном лагере, который сделал эти фотографии. А ведь согласитесь, в этом действительно что-то есть. В том месте, где когда-то сотнями в день умирали люди, теперь растут цветы и играют дети. Неподалеку от Хемера, на холме Дула, находится мемориальное кладбище. Там хоронили умиравших в Шталаге-6А военнопленных.
За кладбищем ухаживают не только немцы. Вдоль дороги гости из Щелковского района ежегодно высаживают березки. Самые первые уже совсем большие. К памятнику на братской могиле, на котором выбиты слова на русском языке, наша делегация возложила цветы. Вам, испытавшим все муки и боли, пытки вдали от отчизны родной, братьям, погибших в фашистской неволе, вечная память и вечный покой. Есть еще одно кладбище, но точную цифру похороненных военнопленных назвать сложно. Немецким исследователям удалось установить порядка 10 тысяч имен, в том числе 6,5 тысяч на кладбище Дула. Они даже намерены написать их все на каменных плитах. Не поставлена и точка в истории лагерных фотографий из альбома Дмитрия Алехина. Немецкая сторона утверждает, что не все они сделаны в шталаге 6А. А значит, происхождение их еще предстоит уточнять. Но в любом случае, опубликованные документы наглядно показывают, какими жестокими и бесчеловечными были преступления нацизма. И это никогда не должно повториться. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково», Хемер, Германия.